Молодость Губкинского. Историческая выставка с таким названием открылась в Музее освоения Севера. Напомним, она была создана к 25-летию города нефтяников и газовиков. В основу экспозиции легли фотографии из фонда, отражающие исторические моменты развития Губкинского. Посетителям представлена уникальная возможность вернуться на четверть века назад, в тот Губкинский, который остался только в воспоминаниях старожилов. На черно-белых фотографиях запечатлено строительство первого дома, первая майская демонстрация и другие исторические моменты. На фотографиях у нас отражены те исторические моменты. Возложение памятного камня первого, вот, например, можете увидеть, который говорит о том, что 22 апреля был 86 года заложен город Пурпе. То есть, как мы все знаем, изначально даже у города название Губкинский не было. Здесь также представлены фотографии первого младенца, который родился в городе, фотографии с первой свадьбы, которая прошла в городе. В качестве аннотации ко многим фотографиям использованы стихи местных поэтов. Посетить фотовыставку могут все губкинцы и гости нашего города. Музей работает с 10 до 19 часов.